Добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер, коллеги-партнеры. У нас сегодня вебинар касается темы партнерской программы компании Skyway Capital. И я, наверное, попрошу вас поставить сейчас плюсики, если меня видно, слышно хорошо. Нет ли каких-либо искажений? Вот, ага, спасибо, Андрей. Хочу сказать, что вебинар у нас будет, ну как мы говорим, да? Конкретный. Не очень затяжной, потому что у нас сегодня мероприятие в городе Москва. Через буквально полтора часа будет живая презентация, которая будет проходить в гостинице «Катерина». Кстати, если вы даже находитесь сейчас вне города Москвы, у вас еще есть время кому-то позвонить из москвичей, если они легкие на подъем, могут оказаться на этом мероприятии. Всем ли слышно слабо и плохо? Добавить ли громкость или нормально? Итак, друзья, партнерская программа, то есть, по сути дела, это средство либо инструмент, который позволяет вам сегодня зарабатывать деньги, получать доход, создать источник даже пассивного дохода, да, не дожидаясь выхода группы компании Skyway на международный транспортный рынок с технологией, которую разработал Анатолий Эдуардович Юницкий, вот, и с теми, скажем так, долями пакетов акций, которые, долями, точнее, пакетами долей, да, технологии компании, которой вы сегодня становитесь владельцам, если приобретаете какой-либо из пакетов в личном кабинете партнера компании Skyway Capital. Вот. То есть партнерская программа достаточно проста. Действия, которые необходимо здесь делать, они тоже, скажем так, не требуют от вас каких-то тяжелых физических усилий. Да? Вам не нужно становиться инженерами-транспортниками. Вам не нужно, скажем так, учить сопромат, если вы его никогда не учили. Вот. Достаточно просто работать с информацией и донести эту информацию до людей, которые вас окружают в повседневной жизни. Это могут быть люди из окружения, которые у вас есть ежедневные, да, то есть ваши друзья, родные, близкие, соседи по площадке, коллеги по работе, партнеры по бизнесу. Это могут быть люди из мира интернета. Одно отличие существенное, да, от практически всех компаний, в которых есть партнерская программа, то что все компании, приходящие на рынок любой страны, они уже имеют, скажем так, состояние устаканившееся, то есть есть компания, есть руководство, есть владельцы компании, да, и есть те услуги, товары, которые они предлагают к реализации. То есть они любому человеку предлагают построить сеть людей, потребляющих товары и услуги. Если эти люди, скажем так, приложатся активно, создадут многомиллионные товарообороты в долларовом эквиваленте, работая, сотрудничая с теми компаниями, то есть небольшая вероятность, потому что таких компаний очень мало, да, что вам будет предложено приобрести, либо вам, скажем так, награду дадут небольшой пакет акций той компании, в которой вы создали многомиллионные товарообороты. В большинстве случаев этого не происходит. У нас сейчас каждому нашему партнеру, каждому инвестору предлагается возможность стать совладельцами компании. И вы слышали, да, 30-50% всего мирового транспортного рынка в ближайшие годы – это технология Skyway. И вот с этого рынка, от того большого количества дорог, которые будут построены в разных уголках земного шара, вы будете получать доход в виде дивидендов на те доли компании, которые вы сегодня приобретаете. И попутно у вас есть возможность зарабатывать деньги, скажем так, структурируя бизнес и давая информацию людям, тем самым организовывая свою партнерскую структуру. Она может состоять там из 10 человек, из 100, из 1000, из 10 тысяч, из 100 тысяч. То есть все зависит от того, насколько активно вы готовы в этом направлении двигаться, учиться простым шагам, обучать тех людей, которых вы пригласили в этот бизнес. То есть партнерская программа позволяет вам, как я уже сказал, зарабатывать сегодня денежные средства. То есть это один из видов дохода, которые есть в компании Skyway Capital. У нас 6 квалификационных уровней. Состояние, которое называется клиент, да, это, скажем так, та ситуация, в которую может попасть абсолютно любой человек, в хорошем смысле слова попасть. Он регистрируется по чьей-либо реферальной ссылке. У него есть возможность, скажем так, освоения своего личного кабинета. У него есть возможность разобраться в информации. И у него есть возможность приобрести себе любой из пакетов акций нашей компании. Будь то за 15 долларов, будь то за 150 тысяч долларов, он может оставаться в статусе клиента. Ждать выхода группы компании Skyway на рынок транспорта и на инвестиционный рынок. Но тот человек, который видит возможность получения дохода, да, и не прочь заработать, кто-то большие деньги, кто-то просто, скажем так, дополнительный доход к тому, что у него есть, чтобы зарабатывать деньги, необходимо стать партнером. Да. Партнер – это первая квалификация по партнерской программе. Для того, чтобы стать партнером, необходимо зайти в раздел «Инструменты партнера». Если человек только зарегистрировался и, скажем так, зашел в этот раздел, у него будет виден только один баннер. Неважно, какой он из пунктов выберет. Маркетинг-план, реферальные ссылки, либо баннеры. Да?
Там будет высвечена информация, что для того, чтобы данный раздел был доступен, вам необходимо заключить партнерский договор, либо соглашение. Если человек говорит, да, я хочу это сделать, соответственно, он нажимает на соответствующий баннер, у него высвечивается текст договора, с ним можно ознакомиться, потом поставить галочку, что я согласен с условиями, да, и нажать кнопочку «Подписать» либо «Подтвердить». Да. С этого момента вы становитесь партнером. Партнер – это тот человек, который, даже если он не купил никакого из пакетов акций, имеет возможность получать вознаграждение на бонусное отчисление, на бонусный, на акционный счет. Сегодня и завтра – это последние два дня, в течение которых, скажем так, отчисления на бонусный, на акционный счет, они будут одинаковы. Одинаковы в соответствии, скажем так, с маркетинг-планом, который мы сейчас с вами разбираем. Партнер, который подписал партнерское соглашение, имеет возможность получать вознаграждение с четырех уровней глубины его структуры, то есть по вашим реферальным ссылкам, которые становятся доступны, могут регистрироваться люди в первом поколении, и вам максимальная выплата идет непосредственно с первого поколения 15%. По реферальным ссылкам ваших партнеров, это ваше второе поколение получается, да, вы получаете 4% со второго поколения, 2% с третьего, 1% с четвертого. Это вот та минимальная, скажем так, программа, которая доступна человеку, который просто стал партнером. Вот. У нас большое количество людей в данной квалификации, и эти люди зарабатывают денежные средства, разные причем. То есть, будучи партнером, можно заработать и не одну тысячу долларов, да? Не развиваясь там в глубину, не инвестируя собственных, скажем так, денежных средств лично. Важно, что вы подписали договор, и у вас есть вознаграждение с четырех уровней, которое начисляется на бонус на акционный счет. С 9 числа в планах группы компании Skyway отчисления на акционный счет будут идти в размере в два раза меньше, чем на бонусный. То есть здесь будет у нас написано не 100% на акционный счет, вы видите внизу слайда, да, а 50% от положенного вознаграждения. Итак, квалификация консультанта. Вторая ступенька развития, скажем, вашей партнерской структуры. Когда вы лично сделали инвестиции на сумму от 100 долларов и более, и в вашем первом поколении есть не меньше двух человек, которые повторили вас в этих действиях. То есть не меньше двух людей, которые купили акции нашей компании на сумму 100 долларов. И суммарный товарооборот ваших инвестиций первого поколения достиг цифры 300 долларов США. Когда эти три условия выполняются, вы становитесь консультантом. С этого момента вы начинаете получать 5% уже со второго уровня, 3% с третьего, то есть на 1% больше, 2% с четвертого, и у вас открывается пятый уровень глубины. То есть еще 1% с товарооборота, который создают люди, находящиеся от вас на пятом уровне глубины вашей партнерской структуры. Это консультант. Следующая квалификация – лидер, человек, за которым уже кто-то следует, да, то есть человек, за которым идут, там, я не знаю, 5, 7, 10, 20 человек, да, то есть вы лидер, вы ведете людей за собой. Чтобы стать лидером, необходимо приобрести либо разово, либо, скажем, по накоплению мелкими пакетами суммарно, да, акции нашей компании на сумму от 200 долларов и выше. И в вашем первом поколении должно быть не меньше трех человек, которые сделали то же самое. Здесь уже суммарный товарооборот ваших инвестиций и людей, находящихся в вашем первом поколении, и же, да, зарегистрированных по вашей реферальной ссылке, должен достигать не менее 2000 долларов. Если такая ситуация сложилась, вы стали лидером, у вас по-прежнему пока 15% с первого поколения, но уже 7 со второго, 5 с третьего, 4, 3% с четвертого, 2 с пятого, и открывается шестой уровень глубины. То есть идет увеличение, скажем так, процентных выплат и увеличение глубины, с которой вы получаете вознаграждение вашей партнерской программы. Да? Мастер – человек, который уже, скажем так, умеет делать многие вещи. Да? То есть он достиг, скажем так, вершины какого-то мастерства. У него уже в этот момент как раз-таки формируются структуры и команда. И чтобы стать мастером, необходимо самому приобрести пакеты акций нашей компании на сумму от 1000 долларов и более. Да? И в первом поколении, чтобы у вас было не меньше трех лидеров. То есть людей, которые достигли уровня квалификации предыдущих, о котором мы с вами говорили минуту назад. Суммарный товарооборот первого поколения, это ваши инвестиции людей в вашем первом поколении, должен быть не менее 5000 долларов США. Как только это происходит, вознаграждение вы начинаете получать с 9 уровней. Первое поколение по-прежнему 15, второе 7, третье 5, но уже четвертый уровень 4%, с пятого 3%, да, с шестого 1%, как и на предыдущей квалификации, и с седьмого, восьмого, девятого уровня вы начинаете получать по 0,5% от товарооборота, который создает ваша команда. Квалификация эксперт – это пятая ступенька карьеры. Станете вы экспертом в том случае, когда сделали личные инвестиции на сумму не менее 5000 долларов США, и в вашей структуре есть не меньше двух мастеров обязательно, которые должны быть в первом поколении. И третий мастер точно так же должен быть в вашей структуре, но в другой ветке. Он может быть во втором уровне, в третьем, в пятом, в десятом. Да, важно, что это человек, скажем так, из вашей структуры,
и у вас таково есть. Когда выполняются эти условия, и суммарный товарооборот первого поколения, когда достигает 10 тысяч долларов, вы становитесь экспертом. И вот в этом случае у вас уже с первого поколения начисления идут 16%, со второго по шестой уровень и с седьмого по девятый вознаграждение такое же, как и на предыдущей квалификации, которая называлась мастер. А вот с 10 по 20 уровень компания вам начинает начислять по 0,2% от товарооборота, который создает ваша команда. Это квалификация эксперт. Вершина, или, скажем так, самая верхняя ступенька карьеры маркетинг-плана компании Skyway Capital называется топ-эксперт. Произойдет это тогда, когда вы лично проинвестировали наш проект на сумму от 10 тысяч долларов и выше. Суммарный товарооборот первого поколения, да, составляет не менее 30 тысяч долларов, и в вашей структуре в первом поколении есть не меньше 3 экспертов. Когда это условие выполняется, соответственно, к тем процентам, которые были, со второго, например, по 20 уровень, они те же самые, но первое поколение вам приносит уже 17%, а не 16, не 15. И у вас добавляется еще 4 уровня глубины с 21 по 24 поколение, по 0,1% вы начинаете получать, когда вы стали топ-экспертом. Вот на пальцах это вот такой маркетинг-план. Простой, жесткое, скажем так, начисление положенных процентов привязки к уровням вашей структуры. То есть в этом маркетинг-плане вас никто не может догнать, обогнать. Да? Неважно, скажем так, выше у вас квалификации люди в вашей структуре в первом поколении или нет, вы будете получать свои положенные проценты. Вы не теряете структуру, у вас никто не забирает ветку, догнавшую либо обогнавшую вас, как это происходит в большинстве маркетинг-планов MLM бизнеса, да, то есть фактически то, что вам положено, вы получаете. Хотите расти выше, ну, прилагайте более активные усилия, помогайте тем людям, которых вы пригласили за собой в этот бизнес, и вы будете расти по карьере компании Skyway Capital. Но вы знаете, это еще не все. То есть, как бы, руководство компании, лидеры нашего бизнеса, да, приняли решение, что для тех, кто развивает активно бизнес, а вы знаете, максимально, вы видели, да, из маркетинг-плана, что максимальный процент мы получаем с первого поколения. Так вот, есть дополнительный бонус для тех, кто активно развивает свою структуру, и в первую очередь это привязка к первому поколению. Вы видите сейчас из таблицы, которая вам, ну, наглядно показывает, да, какие проценты, на какой квалификации мы получаем и сколько уровней. Вот. Серый фон, там, где у нас нули, да, это то, чего мы не получаем. Но партнер 4 уровня глубины, консультант 5, лидер 6, мастер 9 уровней глубины, эксперт до 20 и топ-эксперт до 24. Максимальное вознаграждение идет с первого поколения. И вот для людей, которые активно развивают бизнес, да, скажем так, которые не хотят терять квалификацию в приглашении людей в наш бизнес, дают информацию, скажем так, и тем, кто их окружает, подписывают вновь зарегистрированных людей, точнее, регистрируют вновь пришедших и помогают развиваться тем, кто уже, скажем так, строит структуры и самостоятельно. Да. Вот для людей, которые активно развивают бизнес, для первого поколения у нас есть дополнительный бонус. Выглядит он следующим образом. Привязка идет конкретно к календарному месяцу. Да? То есть, если в вашем первом поколении происходит 4 приобретения пакетов акций, то есть 4 транзакции, да, то за каждую из них, я сейчас рассматриваю пример, до квалификации мастер включительно, да, вам начисляется 15%. Как только приобретается 5-й пакет в первом поколении, то за 5-й пакет уже начисляется 16%, а за предыдущие 4 компании вам доплачивают 1%. То есть ситуация соответствует тому, что все 5 купленных пакетов у вас идет за них начисление по 16%. Дальше 6, 7, 8, 9 пакеты, если у вас приобретаются в первом поколении, выплачиваются 16%. Но как только приобретается 10, то за 10 17% и за предыдущие 9 еще отдельные транзакции 1%. То есть соответствует эта ситуация тому, что все 10 купленных пакетов и у вас начисление в первом поколении по 17%. Далее идет 11, 13, 16, 19. Как только приобретается 20 пакет в вашем первом поколении, за него начисляется 18%, а за все предыдущие 19 еще 1% дополнительно. То есть это та ситуация, что за все 20 пакетов, которые у вас куплены в первом поколении, компания вам начислила по 18%. Каждый последующий купленный пакет идет начисление 18%. Для человека, который находится в квалификации эксперт, все у нас начинается с 16%, да? И дополнительные 3% позволяют ему с первого поколения получать до 19%. У топ-эксперта с 17 до 20. Условия данного бонуса, выплаты, начисления данного бонуса следующие.
Все пакеты, о которых идет речь, да, которые идут за счет, должны быть куплены в течение одного календарного месяца, с 1 по последнее число. Там, неважно, 28, 29, там, если это февраль, да, 30 либо 31. Один человек может купить несколько пакетов, то есть купить там 2, 8, 25 числа, 3 пакета, все эти транзакции, которые будут сделаны, да, приобретая данные пакеты, это все он будет учитываться. Для получения данного бонуса учитываются пакеты, которые люди вашей структуры приобретают в рассрочку. То есть, если у вас есть 20 человек, да, которые оплачивают по одному пакету в рассрочку ежемесячно, соответственно, вы за все эти пакеты будете получать 18%, а может быть и более, если вы эксперт, либо топ-эксперт. Пакеты могут быть куплены, да, чтобы был данный бонус вам начислен, как новыми людьми, которые только что зарегистрировали за вами, так и теми, кто приобретал пакеты ранее. Ну и вознаграждение сегодня еще и завтра начисляется 100% на бонусный на акционный счет. Это бонус дополнительный к маркетинг-плану, но, скажем так, является составной частью маркетинг-плана уже 2 месяца. Да? Просто для тех людей, кто активно развивает бизнес в первом поколении, это еще дополнительный стимул для получения дополнительного бонуса денежных средств. Не буду акцентировать внимание на данном примере, хотя, в принципе, давайте минуту потратим. То есть данный пример, это он корректен для людей, которые находятся в квалификации до мастера включительно. И здесь есть условие такое. Мы взяли условно, что в вашем первом поколении люди покупают пакеты стоимостью $50 США. Так вот, если у вас приобретено 5 пакетов, да, стоимостью $50, то вам начислится $40 за такой товарооборот. Если ваша структура будет продолжать работать, да, и будет куплено 10 пакетов, соответственно, к тем 40 добавится еще 45, то есть это будет суммарно 85. Если ваш бизнес продолжает развиваться и будет куплено еще, скажем так, 10 пакетов в вашем первом поколении по $50, вам еще доначислят 95, суммарно будет 180. Ну и здесь вы видите два еще и шарика, кругляшка, 21 там и 22 мы не стали писать. То есть за них вам начислено будет еще $18. Соответственно, суммарно с товарооборота $1100, который есть на этом рисунке, вы получите $198 США. Это такой дополнительный бонус, да? Ну, скажем так, вишенка на торте. Преимущество маркетинг-плана. Первое. Накопительный с самого начала вашей регистрации, то есть все, что будете делать вы и люди вашего первого поколения, оно все будет накапливаться, потому что квалификационным у нас считается первый уровень. То есть те люди, которые приходят за вами, если они активно развиваются, растут квалификации, это будет сказываться и на вашей квалификации. Я вам не говорю, скажем так, что вам нужно подписывать только и регистрировать только лидеров. Нет, у вас в первом поколении могут быть инвесторы. Люди, просто купившие пакет. За них вы получите свой положенный процент. Вот. Но и, скажем так, все равно предлагайте данную возможность тем людям, которые ищут возможность получить доход. Да, соответственно, они могут увидеть преимущество нашего маркетинг-плана, начать активно развивать партнерскую структуру, и вы будете получать серьезный доход, то есть вы будете расти. Эти люди, которые будут в вашем первом поколении, которым вы будете помогать развиваться, будут вас выталкивать на следующую ступеньку маркетинг-плана. Вот если в вашем первом поколении люди купят себе по $15 пакеты, а во втором, в третьем, там, в пятом кто-то будет активно развивать структуру, то вы останетесь на уровне партнера. Вот. Вывод. Для того, чтобы выводить заработанные деньги с бонусного счета, необходимо, скажем так, по партнерской программе заработать $30 на бонусный счет. Как только на вашем бонусном счете будет сумма от $30 и выше, вы можете оформлять заявку на вывод. Условия роста квалификации, в принципе, мы с вами разобрали, это объем ваших личных инвестиций и объем инвестиций тех людей, которые приходят за вами в этот бизнес. И то, что я говорил, да, отсутствие обгонов и потери структуры, это очень важно. Еще одно преимущество нашего маркетинг-плана, которое вот не написано на слайдах, то, что то вознаграждение, которое вы получаете, например, у вас прошла проплата, да, и в течение суток, буквально там в течение нескольких минут это может произойти, вам на ваш бонусный счет идет начисление. Вот. Если оно сразу будет более $30, вы хоть каждый день можете себе заказывать сумму на вывод, да, то есть фактически это мгновенные выплаты. Вот. Плюс ко всему, к тому же, да, преимуществу маркетинг-плана, если вы выполнили условия следующей квалификации, то она вам присваивается в тот день, когда вы ее выполнили, а не по окончанию месяца, как в большинстве компаний MLM-бизнеса, либо не по окончанию недели, как это в целом ряде бинарных компаний. То есть это вот тоже ключевые отличия и преимущества маркетинг-плана компании Skyway Capital. Сумма, которую вы можете проинвестировать в нашем проекте, $15, да, может позволить вам зарабатывать сотни и тысячи долларов ежемесячно. Вот вас никто не может заставить докупить за свои живые деньги, да, еще какие-то пакеты, но было бы, наверное, нелогично
купить себе 700 акций всего компании, да, заработать денег по партнерской программе и при этом не увеличить портфель инвестиций, который в будущем вам будет приносить очень серьезный доход в виде дивидендов, либо продажи пакетов акций, когда каждая отдельная акция в 2017 году будет стоить 1 доллар, а потом эти акции будут просто расти в цене. У нас нет необходимости подтверждать свою квалификацию и доказывать там свой уровень, да, квалификации. Как это происходит не только в мире MLM-бизнеса, но и в нашей с вами повседневной обычной жизни, как мы ее называем. Категории, классность, разряды, да, они существуют в жизни, и не подтверждение чего бы то ни было из того, что я перечислил, сулит вам уменьшение дохода. У нас такого нет. Высокий процент выплат до 20% от лично привлеченных инвестиций в наш проект и от 0,1 до 7% вплоть до 24 уровня глубины. То есть, опять же, не так много партнерских программ, которые позволяют получать вознаграждение с такой глубины вашей структуры. Никто вас не может ограничить в количестве тех людей, которых вы можете пригласить за собой. Все, скажем так, ну, нужно делать разумно. Да? Если вы найдете несколько активных людей, там 3-5 человек, лучше, что вы можете сделать, помочь им развиться до того состояния, что они самостоятельно без вас могут развивать бизнес, потом пригласить следующих и так далее. Если сразу будет 10 активных людей, вам не будет хватать 24 часов в сутки, чтобы с ними поработать активно, помочь им развиться и так далее. И бонусное вознаграждение пока, сегодня и 2 дня, начисляется одновременно и одинаково, да, и на бонусный, и на акционный счет. После 9 числа оно также будет начисляться на бонусный и акционный, просто на акционный будет начисляться в 2 раза меньше. По большому счету на пальцах, да, вот как говорится, оттараторил, отбарабанил за 15 минут. Вот это и есть весь маркетинг-план компании Skyway Capital. Если у вас есть какие-то вопросы сейчас ко мне, да, задайте их. Я где-то располагаю там 2-3-5 минут максимально. Вот, готов на них ответить. Может быть, что-то непонятно. Одно могу сказать, важно понимать следующее, что если вы сами приняли решение, да, зарабатывать деньги по партнерской программе, это не говорит о том, что такое же решение примут все партнеры вашей структуры. Поэтому, опять же, предлагайте возможность получения дохода им всем, вот, но не надоедайте, не уговаривайте, не заламывайте руки, да, а просто, скажем так, двигайтесь с теми людьми, которые готовы предпринимать какие-то простые шаги для того, чтобы зарабатывать сегодня больше денег и иметь доход. Вот. Но это будет правильно. Вы знаете, не могу сказать, что вот в чем суть вопроса. Был ли автоматический перевод акций к Юницкому? Если да, то почему я их не вижу в РСВ? Прошло уже 1,5 месяца. А вы не можете увидеть акции в РСВ. Если вы приобретали здесь компанию Skyway Capital, то вам нужно либо посмотреть запись вебинара, да, по личному кабинету, вот, либо завтра прийти на вебинар в 17 часов и получить информацию о том, что если вы приобрели у нас пакет акций в компании Skyway Capital, подписали договор, то в конце месяца данные о вас переносятся в реестр основного реестра держателя, а у вас в личном кабинете появляется кнопка «Выписка». Как только кнопка появилась, это свидетельствует о том, что вы внесены в реестр основной компании, основного реестра держателя. И у вас появляется возможность заказать себе сертификат на бумажном носителе от компании ERSS Holding за подписью Юницкого. Спасибо вам, Светлана, спасибо за комплимент. Вот. Я сегодня немножко тороплюсь и без каких-то отступлений, да, то есть, ну, без какой-то дополнительной лишней мотивации, хотя стараюсь никогда не мотивировать излишне людей и так далее. Каждый находит сам, для чего ему это может быть полезно, полезно ли ему это сейчас или нет, хочет ли он это делать или нет, да. Вот. Важно, что такая возможность дается всем. То, что ее возьмут, не все, но тут даже спорить бесполезно. Однозначно. Найдется большое количество людей, которые этого делать не будут. Я думаю, в комнате сейчас есть хотя бы один человек, который читал книжки Джима Рона. Вот. Он там ясно сказал, да, если вы найдете золотую жилу, захотите ее разработать, расскажете это своим друзьям, то какое-то количество из них скажет, что это золотая жила далеко от дома, какое-то количество людей скажет, что туда поехать очень дорогие билеты, кто-то скажет, что на лопатах могут быть занозы, им тяжело это делать. В общем, много найдут причин, почему этого не делать.
Итак, друзья, если вопросов больше нет, я, наверное, буду заканчивать наш сегодняшний вебинар. Вот, надо собираться, двигаться. Всем желаю хорошего вечера, активно поработать сегодня-завтра, дать еще возможность людям, да, стать инвесторами с выгодным дисконтом 6-го этапа. Вот, а с 9-го числа переходим на дисконт 7-го этапа. Небо на землю не упадет, но люди, пришедшие после, будут просто иметь, скажем так, в наличии, приобретая те же пакеты акций по той же цене, меньшее количество акций на выход. Всем хорошего вечера, здоровья, любви и денег. До новых встреч!